Я не понял, ты сейчас вообще чего рот-то открыл? Уберите дурачка. Всем Михаил, да-да, я Куца. Это, человек с ником Калашников попросил снять обзор на его. Ну не на его, на автомобиль, который он хочет купить. Автомобиль у нас называется Урал-М. Но он как мой Урал, Next, только у меня высокий класс, и я буду зарабатывать больше, чем он на Урале-М, но все-таки. Ага, давайте сравним. Расход топлива так, газ 60-800. Разгон до сотки 2,3. Ага, понятно. Тут что у нас? Тоже газ. Расход. Понятно. Вот разгон у него хороший. Так, ну допустим, на механике за 3 мульта его покупать. Так, ух, чё? Фига у него рожа злая. Зачёт. Малиновый кювет. Понял? Понял, принял. Так, ну давай в серый его покрасим, как у меня, типа. Так, тест-драйв. Интересно. Интересно. Может даже звук включить? Ну, чтобы послушать. Как он рычит. Хз, хз, хз. Ладно, так, слышь, тэшка, капот есть? Капота нет. Ну и багажник, скорее всего, у него тоже не открывается. Так, точно. Так, оптика неплохая. Варички, только вот эти две лампочки. Сзади тоже неплохо. Так, ох, ёп. Стой, мне надо звук послушать, как он звучит. Я сам без звука играю, я не слышу, как они звучат. Ёп. Ой, какой, ну звук у него неплохой, как у КамАЗа, называется Урал. Нормально так, да. На весь передний бампер, на, Урал, логотип. Так, угу. Набирает он, конечно, хорошо, как Урал Next, я бы сказал. Даже побыстрее. Жалко вот то, что нельзя это с грузом. Ух, ёпты, это что там? А, ну это я, наверное, с горочки тормозил из-за этого транзакти. Так. Такое ощущение, как будто вот он намного выше этого Урала Next. То есть прям высоко сидишь на нем. Так, надо на убитую дорогу, я не могу все развернуться, на убитую дорогу заехать. Давай, ласточка, газуй. Так. Ой-ой-ой, как тяжело. Но это тоже зависит от того, вот привыкнуть к машине. Вот ты на ней 500 километров накатаешь и начнешь на этой тачке просто наваливать. Такие бабки загребать. Просто вначале всегда не привычно. Вот что я за 5 минут, как я пойму, что машина достойная. Такие вот машины надо с грузом проверять. Вот без груза она нормальная. Так, ну-ка давай-ка, разгоняйся. Разгоняйся, давай-давай. 10 секунд у меня до сутки, неплохо. Так. Но у него, походу, прицепов не будет. Или будет прицеп. Может, у него вот эту заднюю всю канистру складывается, и она вот так вот едет. Если она с такой скоростью ездит с грузом, то это тупо имба. Имба. Ну, из-за того, что она средний класс, конечно, бабла, наверное, меньше будешь зарабатывать. Но это имба. Ну, в принципе, без груза она нормально проходит. Оп. 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 Опа. Колесики. Отрабатывает. Отрабатывает. Смотри, как отрабатывает. И прыгает еще. Тв-т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 в
Ну, очень высоко на сеть, мне прям непривычно. У меня подвеска ниже, и я тут прям вот так вот на 90. Но если прицел задел какой-нибудь черкаш, все, ты... О, ну, вот канал есть, ты туда падаешь, все, можешь сразу угоняться, слышки давать, идти на свою фуру заново, прыгать и опять кататься ей. Вот тут надо полегче гонять, но я тут обычно 90 выжимаю по этим кочкам. Иногда объезжаю, иногда прям по ним хреначу, но не дай бог, я какую-нибудь кочку прям жестко зацеплю. Все, груз отлетает, можешь угонять, слышки давать. Ну, а по машине по вот этой что сказать? Оу, щит, спасибо за деньги. По машине могу сказать, ну, достаточно интересно. Но было бы прикольно, вот если бы у меня имелся сейчас груз. То есть был бы я дальнобойщиком, я бы мог ее оценить на все 100%. Но вот так, за свою цену, за 3 мульта, неизвестно, сколько она зарабатывает. Всех этих Уралов этих М, их мало. То есть никак не узнать, сколько там в среднем час зарабатывает. И как она рулится, когда ей груз дает. Может она без прицепа катается. И вот в эту вот байду загрузил, полетел, все, готово. Может она также даже вот, она сейчас хорошо ей быстро разгоняется, управляется, все. А если, может, игру закидывает, она, может, вот прям чуть-чуть так ей прям медленно-медленно набирает. Кто знает, ну, решай сам, Калашников. Ты же на этой тачке будешь кататься. Если б я знал, вот, как она рулится с прицепом, да-да-да. А так, хз, хз. Ну, попробуй взять, попробуй покататься. А чё нет, имеешь право. У нас осталось покататься. Сейчас скажу сколько. 9 секунд. За 9 секунд мы сейчас какой-нибудь столб соберем. Дерево, ёлку. Минус 9, все, откисай. Давай на базу мне. Есть пробитие. Ну, короче, что сказать, решай сам, Калашников. Ну, ты сам решай. Ну, вроде тачка неплохая, но, блин, мало их, непонятно. Нужна она тебе, стоящая или эта машина. Решай сам. Вот так я могу тебе сказать. Ну, все. Всем хай, всем бай-бай.